Это девочка. Детка. Мы в клинике. Что с малышкой произошло, неизвестно. Но у нее жуткая рана. Вот так она разрублена. Глазик спасти однозначно нельзя будет. Укольчики сделали, кровь на анализ сейчас взяли. Завтра на прием. Сегодня только первая необходимая помощь. Да, детка, ты моя солнышко, моя маленькая. Иди сюда, моя солнышко, иди, чтобы ты не упала. Римла, моя деточка. Все. Она молоденькая, ей примерно годик. Зубки белые-белые. Она подросток. Все хорошо. Анализ крови. Все будет хорошо. Ну что, моя девочка, почелегче. Ты хвостиком виляешь, да? Ты моя зайка. Дай маму посмотреть, что у тебя. Покажи маме мордочку. Вот так. Мы сегодня почистили мордочку. Почистили. Вот такая дырка там. Там жуткая дыра. Ага. Оперировать пока нельзя. Потому что надо убрать немножко свищ. Да, мое солнышко. Все, мое солнышко. Моя хорошая. Моя девочка. Ой. Девчонка разместила у себя в спальне. Больше, скажи, места нету, да? Котя моя. Тихо, да. Она была повязочка, но она ее снимает. Ничего, котик, все будет хорошо. Да, сейчас на ночь еще раз перевязку сделаем. Вот так. Все будет хорошо у нас. Ну, а что ж делать? Это именно удар. Лопата или топор, сказал врач. Это не пули. Потому что дырка очень глубоко. Снимки сделали, пуль нету. Так что это девочку именно пытались зарубить. И на голове. Три удара. Жутких просто. Ну ничего, все хорошо. Все будет хорошо. Все хорошо, малышка. Да, моя девочка. Все будет.
Девочки, ушли, не мешают. Все, моя девочка. Давай, все, моя солнышко. Иди сюда, детка. Покажись. Ты у меня хорошая. Мы ж вы сняли, да? Лала, не лезь. Моя девочка, моя хорошая. Ты красавичка. Тише. Люка, тихо. Люка, тихо. Ты моя маленькая. Моя детка. Все зажило. Да, и красавица девочка стала, красавица. Рима, пойдем гулять, пойдем. Пошли.
Иди ко мне. Рима, иди ко мне. Иди ко мне. Иди. Ой, ты моя красавица. Ай, красавица. Пойдем дальше гулять, Римла, пойдем? Римла. Чего? Чего? Прыгай, Римла. Давай. О, ты какая умница. Пойдем гулять. Пойдем. Пойдем гулять, Римла, пойдем. Пойдем. Что такое? Ой, ты любишь целоваться, любишь, да, да. Любишь. Иди ко мне, пойдем. Маленькие мои, маленькие. Ну, ребята. Ребята, снимаю только тех, кто вот здесь рядышком, а остальные ведь у нас в вольерах сзади. Ребята, они радуются, они думают, что я сейчас буду давать корм или что-нибудь, понимаете? Они поэтому лезут на голову, целоваться лезут. Так, тихо, детка. Как мне сказать такими словами? Вы знаете, вот когда вот такое отчаяние, когда вот стоишь вот здесь и думаешь, неужели эти собаки нужны только мне? Ну почему? Ну это же мы все вместе, все россияне, это же мы вот до этого допустили. Мы же до этого довели, что вот им нечего есть. Что их убивают, что их режут, что над ними издеваются. Это же мы допустили, мы, россияне, своим равнодушием, тем, что мы прошли, забыли, тем, что мы относимся к ним как к вещам. Почему, ребята? Почему? И что нам делать? Ну что, неужели быть добрым, это в наше время так наказуемо? Скажите, что нам делать, ребята? А главное, я не знаю, какие слова вам еще говорить. Я вроде бы вам все показываю, все рассказываю. Вот они перед вами все есть. Мы никуда не исчезли. И что нам делать? Ну что нам делать, скажите? Вот я спрашиваю каждого из вас, каждого. Вот я обращаюсь лично к каждому из вас, кто посмотрит это видео. Скажите, пожалуйста, что нам делать и как нам помочь, если всем на нас наплевать? Правительству, властям, всем, понимаете? Просто я вот такая дура уродилась, ненормальная. Ну, пожалуйста, отзовитесь, такие же ненормальные, как и я. Давайте поможем им, прошу вас. Девочки, всем огромное спасибо. Мы сегодня перевели за корм 200 тысяч. Остаток 300. Там 300 с копейками, но я просто округлила. Остаток 300 тысяч. Господи, девчонки, хотела просто сказать. Я вот читаю все это, не всегда отвечать могу. Но вы столько сил даете, девочки. Спасибо, мои хорошие. Всем-всем-всем спасибо большое. Спасибо, девчонки. Спасибо, мои хорошие. Вот, знаете, просто столько сил и жить хочется. Спасибо, мои родные. Просто спасибо, спасибо.